Всем привет! Продолжаем ходить на выставки, узнавать что-то новое, интересное, может быть, не очень интересное, но все равно это же интересно ходить на выставки. Здорово получилось, да? Итак, Вильям ван Вигель, кинетическая скульптура, музей Рарта. Там проходит выставка нидерландского художника, известного своими работами в жанре кинетического искусства, Вильям ван Вигеля. Мобильные конструкции, визуализирующие ход времени, невероятное многообразие непрерывно сменяющих друг друга узоров, импрессивная скульптура, создана специально для выставки в музее Ирарта. Я зачитываю анонс этой выставки. Каждая из монохромных композиций автора – это сложная мобильная конструкция, смоделированная с помощью компьютера и напоминающая набор геометрических фигур на фоне большого обрамленного холста. Выполнен чаще всего из металла, элементы соединены с механизмом, расположенным по ту сторону работы. Именно он приводит фигуры в непрерывное синхронное движение, порождая постоянную смену причудливых узоров. Надо сказать, что кинетическое искусство зародилось в начале 20 века. Его образцами служат скульптуры Владимира Татлина, Александра Родченко и, пожалуй, наиболее известный пример Александра Колдера. Ван Вигель использует в своих произведениях ранее недоступные художникам технологии, скрытые от наблюдателя интегрированные компьютерные механизмы. По признанию самого художника, электронные компоненты спрятаны намеренно. Они не более чем средство достижения истинной цели – визуализации хода времени. Вильям ван Вигель родился в 1956 году в голландском городе Вагенингене. Пройдя обучение в университете по специальности преподавателя изобразительного искусства, Вильям представил в качестве дипломного проекта свой первый кинетический объект. Ну и впоследствии, попробовав свои силы в других техниках, ван Вигель полностью сконцентрировался на динамических работах. Вот так написано в анонсе. Посмотрите работы, которые на выставке. Вот. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Но, во всяком случае, это интересно. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.